Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами, Джоэлом и Элли, продолжаем проходить мир игры под названием Last of Us Remake Part 1. Ну, вы знаете, в общем, мы попали в засаду. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается... Мы тут против повстанцев? Выходит так. Вот, и теперь мы окружены то ли повстанцами, то ли мародерами. Но я бы скорее их назвал мародерами, потому что они нападают на обычных людей. Куда он ведет. Которые, в общем-то, просто мимо ехали. И да, друзья, если вам нравятся ролики по Last of Us, или вы захотели бы видеть их больше, ну или поддержать меня, вы можете это сделать с помощью лайков. Постарайся не сломать шею. Давай, Элечки, спускайся. Такс. Нам туды, значит. Ну, пошли, Элли. Только будь осторожна, потому что у дяди Джоэла осталось супер мало патронов, особенно для пистолета. Для винтовки еще есть, для дробовика тоже есть, но для пистолета, конечно... Лежи, лежи. Опять они. Там их логово, что ли, в этом... Что это? Похоже на отель. Ну, там и написано ничего. Отель. Вроде нас не видели. Сейчас плескаться в воде, друзья, наверное, не самая лучшая идея, потому что, ну, всплески могут привлечь внимание. Давайте сперва тут осмотримся. Потому что ресурсы могут быть в самых неожиданных местах, особенно для прокачки пилюли. А вот и они, кстати... Да, сейчас их придется использовать гораздо чаще. Без вариантов. Вот я прям согласен. Кто худая? Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. Согласен. Еда — это хорошо. Так, еще опаньки, деталеньки. Идите-ка сюда, мои родные. Мы родные маленькие. Смерть за свободу. Вот я лучше, мне кажется, не знаю даже как. Так, смотря какая не свобода и смотря какая смерть. Так, ну что, тогда значит идем туда. Блин, я думал это люди уже идут, а там оказывается постер всего лишь навсего. Так, ну Элли, я тогда поплыл, наверное, за доской. А тут не глубоко, ты перейдешь? Да, молодец. Так, нужно добраться до доски. Нет, я не допрыгну. Ну тогда... Подсади меня наверх, я положу доску. А как? Я ж тебя на плечах не могу перенести. Значит, Элли, нырнуть под воду, а я не особо хочу, я хочу посмотреть, что тут есть. А есть ли тут что-то? Во, смотрите, проход. Отлично. Значит, где-то должна быть дощечка, на которую мы посадим Элли и перетащим ее на ту сторону. Под воду нырять я пока что-то не горю желанием. Так, здесь можно подняться. Что у нас? Ничего тут. Вообще ничего тут. Оп. Отлично. О, ящики. А в ящиках у нас ткань. Открывай, открывай, Джоэл. Давай, ты чего? Что, уже не можешь ящик открыть? Ну, в самом деле. Ничего нет. Так, давайте тогда поднимемся еще и наверх. Вон туда, по лестнице. Конечно же, почему бы и нет. Может, туда особо и не нужно. Но я хочу. Просто для разведки. Очень громкие шаги, конечно. Крысёныш, ты чего тут бегаешь, блин, пугаешь добрых людей? Так. Можно из окна выпрыгнуть, но я не хочу. Так, что тут у нас? А где патроны? Мне бы патронов, ребят, я понимаю, конечно, все вот эти вот ножницы и прочее, это здорово. Блин, заточки, а у меня есть. Но патронов хочется найти. Что написано? Сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. Я подготовил тайник с припасами в регал апартаментс. Он отмечен красным крестом. Так, вот это уже интересно. Мы сейчас в регал апартаментс или они на противоположной стороне улицы? Красным крестом отмечено. Но пока ничего такого... Может, под водой? Нужно будет заглянуть. Просто пока ничего такого я не вижу. Ага, заперто. Ну тогда под воду нырнем. Вдруг под водой. Регал апартаментс, значит. Ну что, поплыли?
Здесь вряд ли чего-то будет. Да. Я думаю, что Регал Апартаментс — это все-таки противоположная сторона. Но здесь больше ничего нет. Серьезно? Где? Подожди. Подожди. Знаю, что надежды там нет. А я не могу здесь под воду нырять. А не могу. Так, а плавучая хреновина какая? Элли, я, честно говоря, только эту дощечку вижу. Вряд ли она подойдет. А вон где плавучая хреновина, на той стороне. Отель. Подожди-ка. А, это Ривер Кафе, это не Регал. Регал, наверное, апартамент, это обычно, ну, либо номер какой-то, либо отель. Да я понимаю, я нашел уже, игра. Спасибо тебе большое. Ой, у них броневики. Ну, против броневика я ничего не сделаю, только если нам базуку не дадут. Там перестрелка. Давай. Что там происходит? Да, это Ривер. Залезай. Запрыгивай. Пойдем через отель. Ну ладно. Так, давай я тебя разверну. Как-то попытаюсь. Элли, держись крепче. Давай, моя хорошая. А теперь залазь просто наверх. Ну. Ну вот, что-то ты долго думала. Клади доску, как они. А теперь мне нужно туда, я понял. И по... Я понял, понял, понял. По этому прицепу мы перелезем на ту сторону. То есть придется из окна выпрыгивать все же. Хорошо. Нужно было сразу... Нужно было сперва все-таки подсадить Элли. Ну блин, я думал, сюда не обязательно. И может быть здесь могло бы быть что-то полезное. Но как мы видим, было что-то полезное. Но не в таком количестве, как хотелось бы. Так, Элли, я прыгаю. Чуть не перелетел, было бы... А где ты уже подевалась? Ты тут? Блин, ты ж не пугай меня так. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Так, вот мы и тут. Тут все чисто, спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Сейф. Роскошное местечко. Так, сейф, ну, по-любому мы сейчас не откроем, тайник. Нужно найти цифры. Регал апартамент с ппппп. Там же не было в записке цифр. Мне кажется, цифры... Цифры будут отмечены красным крестом, надо их просто найти. Элли... Помоги, пожалуйста, старому деду поискать цифры. А я могу как-то записки старые почитать? Записка о тайнике. Да, красным крестом. Цифр здесь, очевидно, нет. Регал апартаментс. Возможно, это название именно номера апартаментов. Так, а как нам забраться наверх тогда? О, слушай, а здесь же еще, смотри. Салонка, так. Давненько я не пил кофе. Ну, фиг знает. А вот лестница, смотрите наверх. Отлично. Думал, граната. Это граната? Я думал, это граната. Было бы здорово ее взять. Да, здесь мы просто по кругу бегаем. Ладно, давай подниматься наверх. А, даже так, просто ее взять. А почему я не могу... Я хочу забраться наверх. А вот так. Но это была плохая идея, потому что здесь нет ничего. Элли, я прыгаю. А вот на противоположной стороне как раз-таки были запчасти. И в этой серии прям мало экшона получается, да? Обратили внимание, пока ни одного противника не было. Просто бегаем, бегаем. Ну, таков уж мир апокалипсиса. Иногда нужно и побегать, поискать чего-нибудь. Вот что я видел. Ну. Нифига. Прыгай. Давай, теперь лестницу вон на ту сторону. Если вдруг я не найду красного креста, будет печально.
Хотя я пытался, друзья, честно пытался. Цена одну ночь. Да, пожалуйста, в лучших апартаментах. Да что ты несешь? Да-да, спасибо. Отнесите наверх. Странная ты какая-то. Решил еще раз пробежаться на всякий случай. Вдруг упустил чего? Нет. Нет, я, если ее упустил, то я не знаю, где и когда. И да куда ты постоянно ее убираешь? Ты ползи наверх. Давай, Джоэл. Я понимаю, что уже старость не в радость, но надо же понимать. Лезь. Если я туплю, не надо же, чтобы ты тупил. Так, на ту сторону можно сходить? Так. А мне туда или сюда? Хотя какая разница? И там лестница ведет наверх, и здесь. По идее. Если что, думаю, можно будет спуститься и сбегать на... Угу, класс. Просто отлично. И зачем я сюда пошел? Опа. Скажите, что там... Опа-па! 22-10-56. Окей. Ну чё, друзья, пробуем тогда. 22-10-56. Так. Так. Давай. Ха, шикарно. И чего же там у нас? О, ну наконец-то. Так, что-то для апгрейдов. Повышение надежности ножей. Прекрасно, пригодится, разумеется. Это уже второе, между прочим, повышение надежности. Патроны для револьвера. Всякие взрывные штуки. И, в общем-то, ну, неплохо, неплохо. Ну, теперь можно наконец-то и дальше двинуться. Красный крест, может быть, еще и найдем. Кто знает. И я бы Элли советовал, наверное, все смотри же здесь особо не петь песни и не свистеть. Потому что, ну, мы ж четко видели, как сюда зашли чуваки. И лучше быть осторожным. Никого не слышно? А, черт. Слышно? Пригнись. Стоп. Сколько же это? О, мать! Вижу! Моя очередь бить! Моя очередь бить! Блин! А у него шапка была не бронированная. Че она слетела? О, печаль. Так. Посмотрите, след остался. Мозги на улице. А он бегает. У него пушка. Надо было дробовиком, да, наверное, стрелять. Как же. Еще есть? Как же больно. Дэм! Сюда! Бычка, вот так. Так, что там у него было? Железная труба, прекрасно, я о ней мечтал. Патроны для револьвера. Я о них тоже мечтал. Что-то я поторопился, не стал целиться. И в итоге... Он здесь! Где я? Ты видишь меня? Не видишь? Ха-ха, у тебя нет лица. Кто там еще? Ну, справедливости ради, не только мы больно стреляем, но и враг, в общем-то, тоже. Поэтому игра честная в этом плане, это здорово. Вроде всех положили, можно идти дальше. А, у него был необычный шлем, у него была все-таки бронекаска. Я думал, это обычная кепка. Плохо рассмотрел, видимо. Ну, что ты не берешь? Так, что нам можно сделать? Вот это мы сделаем, чтобы освободилось место. Улучшим нашу биту. Все остальное есть. Дымовые, ну давай, я не знаю, вдруг еще пригодится когда-нибудь. Особо вроде не делаю, зато ачивку получил за изготовление новой штуки. Что тоже, в общем-то, приятно на самом деле. Нет, это брось дело. Нам нужен револьвер. Ванна с кирпичами. И больше без ничего. Здесь. Так, а как те апартаменты назывались? Ресорт апартамент? Или как там было написано в записке? Я уж не помню. Нам туда? Похоже, да. Так. Подхил, подхил, подхил. Я ж так и не похилился. А то старался, но... Запаниковал, враги выскочили и... Ну, вы сами знаете, что было.
Чуть не отлетел я. Еще бы чуть-чуть отлетел бы. Из тебя ничего не выпало? Чего я по второму кругу бегаю в одних и тех же местах, Элли? Я ж тебе говорил, что я дед. Ты это... Ну. Говори, дед, ты уже там был. Стоп, так нам сюда или не сюда? Ха. STTP какой-то. Значит, погнали сперва туда на выход? Я думал, типа... Это выход. А это, оказывается, просто выход на балкон. Оп. Что за комната? Здесь как раз-таки... А вот подъем на второй этаж. Подожди. По сюжету-то куда бежать? Туда или сюда? Просто чтобы не уйти с этого места, не обыскавши все. Оп. Так. Нужно было Элли пока туда отправить, а мне здесь бегать. Нет, это просто... Подожди. Оп. Короче, первый этаж тоже нужно будет обыскивать. Что там у нас? Круто. Ребятки искупались маленько. В кислоте, по всей видимости. Так. Меня это, честно говоря, напрягают такие моменты. Ну это понятно, круто, когда более или менее такие открыты. Что там? Что там? Что там? Что там? Сам не знаю, что там. Прикольно, он смотрел на меня такой, типа, чё, это кто, что, что, это мне не кажется, это что, человек, что ли? Похоже, по сюжету нам сюда все-таки. Там кто-то был? Так, ладно, тогда спускаемся вниз, Элли, потому что там проход есть. Обыщем первый этаж все же. А дальше будем смотреть. Да, жуть, Элли, жуть, что я не понимаю, куда бежать. Нет, я понимаю, куда бежать, но я не понимаю, куда сначала бежать. Так. Может быть, здесь тоже будет, типа, лестница и подъем наверх? И как бы и неважно, либо ты побежал так, либо ты побежал сяк. Типа, без разницы. Просто несколько путей к конечной точке. Все номера пустые, буквально ничего нет. Ну, конечно, мародеры здесь побывали до нас уже много раз. Не, кирпич мне не нужен. Можно я пройду? Элли, ты не против? Спасибо большое. Плечи широкие, думает у нее. Так. Сюда-то мы точно не бегали, Элли. Элли. Не бегали, Элли, Элли, не бегали. Здесь переход... А, отсюда мы пришли вообще. Элли, это я, глупец. Ладно, друзья, погнали к этому STTP. Может быть, там и есть тайник. А, тут тоже подъем на второй этаж, тоже лестница. Ясно. В общем, неважно было, как идти. Либо так, оно и так подходит. Понятно. Ну, я бы хотел все равно в этом удостовериться. Я в этом удостоверился. А тут, по-любому, кто-то еще был. Так, Элли, она на карачках бегает, значит, и мне нужно бы. Черт. Согласен, надо было из лука стрелять. А может, стоит стрелять в туловище, и так будет эффективнее? Потому что я стреляю в голову, а у них всегда броня на лице. Это как бы немного... Бейсбольная бита лучше, чем металлическая труба с шипами. Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что все-таки нет. STTP, вот стрелка указывает. Но эти комнаты мы как раз-таки вроде обыскали, да. Идем по стрелке. Ну чё? Ребятушечки? И... Тебе конец! Оу!
Воу! Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Элли! Элли! Помоги как-то, может быть! Я что не знаю, моя хата с краю! Так. Да что ты, блин, ты ж... Ты что, ни хрена себе! Я думал, я тебя оглушила, ты уже... Нормально! Вот это была внезапная гибель! Прям реально внезапная! Чё-то я поторопил коней. Объективно, Джордж. Ой, в этот раз не добежал. Давай. Ну, почти все в цели, кроме одной пули. Еще есть кто? На, уж запарил ты меня. Так. Ладно. Да садись ты. Давай. Чё, живой еще? Тихо, тихо. Что такое? Не вы на меня, не я на вас напал, а вы на меня. Обратите внимание. Это все честно, они на меня напали. Почему я должен прощать их? Не знаю. Думал, с дробовика выстрелю, он разлетится, но надо было ближе подходить. Так и быть. Ну, иногда погибать, думаю, надо в игре, да, все же. А то я вообще редко погибаю. Это второй или третий раз за игру. Хотя, может быть, это и часто. Такс. Опять гребаные лабиринты, ведущие непонятно куда и непонятно откуда. Элли. О, жуть. Понятно. Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. Это вообще как бы плохо, осуждаю. Зачем себя мочить? Ну, в таких случаях, может быть, и все равно плохо. Да грех. Так, Эллечка, куда мы с тобой бежали? Мы прибежали с тобой... А где они все? Они швалялись здесь. Я полагаю, что... Ага, вот тут-то мы точно не были. Или мы тут были? И знаете, что еще напрягает? Что все комнаты выглядят одинаково. Серьезно, ну значит мы здесь не были. Куда бы я ни побежал, везде все одинаковое. Давай, доделывай. Так, бери ножницы. Надо быстрее из этого отеля выбираться. Мне не нравится этот отель. Я себя чувствую здесь как дебил. У меня топографический кретинизм в крайней стадии в подобных местах. Где тут надпись была? А вот, наверх, фух. Погнали. Смотри, блин! В этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Я думаю, чё шуршит? Думал, кто-то уже там за углом стоит. А это Элли. Так, мне не нужна эта штука. Давай так пока. И сменю, пожалуй, на лук. У меня винтовка закончилась, блин. Я думал, еще один выстрел оставался. Ладно, пофиг. Давай. Нифига, Халк. I am Hulk. Забираемся. Отель, пожалуйста, посмотрим, оставайся позади. Так. Ну, может и не стоило закрывать. Пролезем. Ладно. А вдруг нам нужно будет быстро отступать, а дверь закрыта? Опа. Наверх или вниз? Но я тут не запрыгну. Элли, подсадишь? Деда, подсадишь? Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед. Ну, или я тебя. Вперед. Такой вариант тоже, я думаю, нас двоих устроит. Ну, лучше бы ты меня подсадила, конечно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
было больно. Он руку сломал. Он сильно ударился плечом. Все нормально. Спрячься там. А ты в порядке? Нет, ты меня до смерти напугал. Да я и сам себя напугал. Ты там спрячься, Элли. Не надо. Ты оставайся там. Правильно. А я поднимусь. Только не поминай. Да я не собираюсь. Постараюсь. Да. Отлично. Итак. Ловушка. Куда дальше? Ну тут хотя бы можно бегать. Это уже радует. И что-то мне подсказывает, что здесь вообще было бы лучше, конечно, взять дробовик. Потому что место выглядит так, будто здесь могут быть щелкуны. Они же обычно всегда под землей, где-то в подвалах, в тоннелях и прочее. Ну и не так запутано, как в отеле. Так что все прекрасно. Да, я слышал эти звуки. Стук металла. Кажется, туда я не заглядывал. Да. О! О! Ну чё, поплыли? Офигеть. Всплывай. Так, хорошо. Либо туда, либо сюда. Может, за тем проходом. Давай сперва сюда заглянем. И не... Да блин, все есть. Вот, а... Все есть, и при этом ничего нет. На самом-то деле, я гол как сокол. Ножницы там всякие, тряпки полно. Хоть отбавляй. А вот... А может, здесь? Потому что я редко пользуюсь коктейлями? Надо бы чаще это делать. Ну просто против обычных врагов. Обойти эти ворота. Ага. Просто против обычных врагов, мне кажется, это не особо эффективно. Это по зомбарям, они толпятся. Ты кидаешь просто, они собираются в одном месте на звук и горят. И неплохо. Так, слушай, я и правда, как туда попасть? По сути, непонятно. Там проход был закрыт, здесь тоже проход завален и закрыт решеткой. Под водой, что ли, искать? Да я не хочу под воду, страшно. Ограниченное время, пространство и вообще печально. Но здесь тоже прохода нет, вот в чем дело. Похоже, единственный путь, путь под воду. А вон туда нельзя? А здесь подняться не получится, и здесь... Да, блин, ну похоже под воду надо. Да. Похоже, я был прав. К сожалению. Всплывай, пожалуйста, всплывай. Да, идеально. Есть кто живой? Споры. Если тут есть споры, значит скоро будут и ребятушки. Крысятки бегут. Твою мать. Чё-то мне как-то не по себе. Чё-то мне как-то совсем нехорошо. Чё-то мне прямо вообще не очень. Крысы же бежали от чего-то или к чему-то. Я не знаю. Ну ладно, пока других шагов не слышно. Ненавижу эту хрень. Какую? Три подъема целых наверх. Генератор. Подожди. О. Что
Что-то мне подсказывает, что если включим мы генератор, ребятки сбегутся, если они тут есть, конечно. Ну давай! А что остается делать? Давай врубать. А, сзади, блин! Ну и как я должен был узнать об этом? Я же еще даже не успел включить его. Ладно. Да сзади, блин. Отпусти, отпусти эту штуку, отпусти. Как ее отпустить-то, блин? Что творится? Я еще не успел изготовить. Можно? Подожди, что ты не изготовил ее? Не понял. А что ты ее не изготавливаешь, алло? Во. Я еще не успел начать ничего делать. Меня уже грызут. Давай перебинтуемся. И самое забавное, что пока ты крутишь эту штуку, нельзя никак ее отпустить. То есть нельзя. Ее нельзя отпустить. Все, ты, то есть, должен крутить ее. Вот другой разговор. Твою мать. Что-то... Что-то это нехорошо. Есть ощущение. О, нет! О, топляк! Блин. А, загорелся, смотри-ка. Оу, оу, достал, да? Порвал лицо мне. Я думал, не достанет. Я думал, успею выстрел сделать. Да, рваное лицо, это, конечно, то еще состояние, друзья, не рекомендую. Сховаюсь я тут в углу. Ну и где они все? Да блин! Беги, 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 беги! Их же не было только что! Да стреляй же ты! Ну как, да, да, почему ты не хочешь стрелять? Он сзади. Он бежит за мной. Я не думал, что он умеет бегать. Где он? Да иди нафиг. Ну куда ты? Откуда ты берешься? Где оно? Так. Класс. Блин, это больно. Хил, 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 хил. Беги. Чё, живой еще? Да, это жестко. Да, это было жестко. Вот это напряженно. Вот это, черт возьми, напряженно. Ладно, можно подниматься теперь наверх. Первый раз получилось здорово, то есть мы всех перебили малышей, которые бегали, мешались под ногами. И можно было уже драться с топляком. А вот во второй раз они как-то рассредоточились, не стали на меня нападать.
и выжидали самого неудобного момента, чтобы напасть. А я их даже толком и не видел. Когда топляк приближался, я и они такие: опаньки, а тут мы еще тоже хотим бы как бы немного с вами пообщаться, мистер Джоэл, да? Вот так это выглядело. Погоди, я туда пойду, конечно, Джоэл, куда ты указываешь. Но сперва хотелось бы тут все обыскать тоже. Ну, бери. Еще два коктейля, блин, промазал. Казалось бы, вроде летит в точку, он раз пригнулся, как будто знает, и увернулся. Ладно, все равно деталей для них, в принципе, довольно много, так что не проблема. Кирпичами в него бросаться точно была бы плохой идеей, да? И в рукопашку драться. Прямо это явно бы не помогло. А может, стоило сперва зачистить второй этаж? А хотя у меня уже выбора нет, у меня сохранение было в другом месте. Карточка какая-то. Хорошо. Сохранение было в другом месте. Если б я знал, я бы, наверное, поднялся сперва бы сюда и аккуратно бы их почистил. Ну, там, из лука или из чего-нибудь такого. Не спеша, не торопясь. Так, вот туда у нас ведет, получается, кабель. Здесь мы были. Здесь мы были. Здесь. Опа. Нам, похоже, сюда. Ну, погоди. Да, все верно, нам сюда. Офигеть. Вот тут, похоже, он и сидел тысячу лет, поэтому таким стал. Открывай. А у нас есть, есть, есть карточка, есть. Есть, давай. Поэтому он таким и стал. Вонючкой. Уф. До сих пор какая-то паника внутри. Элли, ты где? Элли. А прикиньте, если бы у меня пуль не было, патронов и прочего. Как побеждать, как выживать? Неясно. В унитазе ничего? В писсуаре не спрятано? Для меня специально спрятано. Надо Элличку найти. Здесь ее искать или... Или здесь? Не здесь. Зато здесь болты и всякие штуки. Опа, верстак. Так. Ну, я не знаю, надо ли что-то сверстать, друзья. Не знаю. А что, мне бы вот что. Вот что мне надо. Обои, кобуру. Сразу ее сделаю. Потому что мега удобная вещь. Да, надо, надо, надо. Потом уже будем заниматься всем остальным. Кобура слишком полезная, чтобы ее не делать. Слишком полезная. Быстрое переключение во время боя, когда за тобой бегут. Это мега важно. Тут еще все движения в игре такие, они очень густые, очень медленные. И поэтому скорость смены оружия супер сильно важна. Дробовик надо качать, мега классная штука. Скорость перезарядки, да. Точно да, 100% да. 100% да. Дальность. Да. Требуется 3. Отдача пофиг, магазин. Скорострельность. Против топляков. Да, почему нет, да, да. Но если да, то да, да. Ну и давай, емкость магазина 1%. Это что, плюс одна пуля? Или как? Или что имеется в виду? Прикрутил. Ну все получается. Больше все равно ни на что не хватит. Все, Джоэл, это мы с тобой, да, доделали. Очень, да. Очень, очень, очень даже. А теперь ищем Элли. Че? Это такое. Оп, 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 оп. Слушай, а пилюльки-то? Сколько у нас их? 65. Максимальное здоровье, дальность слуха. Явно не помешает. Даже два раза. Да, потому что бывают случаи, когда прямо не достаю. Я хочу услышать противника, но не слышу. Бывает такое. Причем такое было много раз. Теперь-то точно сюда. Ну, естественно. А как могло быть иначе? А, даже так? Нет, пока. А тебя? Пока нет. Черт!
А сколько у вас тут, пацаны? О, блин, вот он где! Он здесь! Блин, промахнулся. Жесть. Опа! Не добежал. Так, блин, как? Меняй. Запутаюсь в этом оружии когда-нибудь. Еще один как минимум есть. Еще как минимум один. А как максимум два? Подхил. Даже я сам стараюсь быть тише. Вон он где. Но у меня для тебя стрела будет сейчас, если она не сломалась. А она сломалась. Печально это все. Не знаю, попробовать добраться до тебя и забить руками или нет. Как ты считаешь, чел? Ты мне скажи, как тебя замочить, чтоб я понимал. У него каска. Ладно. Любитель касок. Я иду к тебе. Ты умрешь через 7 секунд. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1! Семь? Так. Ну, как не хотелось пулю на него тратить, к тому же две. А в туловище стрелять смысла нет. Может, если бы в руку или ногу? Но урона мало. Что там с Элли, интересно? Она вообще в порядке после всего того, что вот тут происходило? Она ж... Не может за себя... Нет, она, наверное, может за себя постоять. Мне кажется, что она могла бы за себя постоять. Просто Джоэл почему-то ей такой возможности не дает. Постоянно говорит, нет, я не дам тебе там пистолет. Хотя, прикиньте, какой бы она была эффективной. С пушкой какой-нибудь, со снайперкой там или с чем-то. А зачем мне лестница? А, сюда? Давай, а что под водой? Ну не просто так же дыра в полу, как думаете? А это не дыра в полу, это просто лужа. И что ты ее опять... Я идиот или кто? Я не могу понять. Ты можешь не брать, почему... Я привык, что в некоторых играх подниматься по лестнице... Э, ты кто такой? Воу, это было больно, мужик! Вот это была подстава. Давай, Джоэл, ты же не умрешь здесь. Там же Элли. Бери пистолет. Давай, 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 давай. Да, ты ж крутой, Джоэл. Возьми его просто. Блин, похоже. Фух. Как я ему мозги вышибла. А? Да, это точно. Да ты что? Я ведь просил тебя не лезь. А ты бы умер? Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку у меня не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Как ни в чем не бывало, типа, оп, раз. Она и не сильно переживает так-то. Элли, ты крутая, я знал, что ты можешь. Нет, видно по ней, что она немного так съежилась, да? Скукожилась, видимо, нервничает все-таки. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился, хоть мы и много бегали по комнатам. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Не бойся, Элли, я не обижу тебя. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя, друзья. Пока.